И снова всем привет, дорогие друзья, студия Arena 4 Game вновь на связи, мы врываемся с вами на второй матч легендарного противостояния, игроки команды Фармаце против команды Атрибутс, ну и посмотрим, смогут ли форматы прервать свою довольно неприятную серию таких потных матчей, да, где-то были неприятные поражения и так далее, но надо вырываться все-таки уже с нижней части турнирной таблицы, ну и в соответствии врываться в бой. Дорогие друзья, сегодня у нас также Фарт, я не знаю, должен быть на стороне одного из игроков команды Атрибут Солшки, он же Артем Юлин. Сегодня у него день рождения, поздравляем парня с этим замечательным днем. Герман, привет, еще раз тебе слово. Привет, дорогие друзья, ну что же, первый раунд. И, кстати, у нас есть новое лицо у команды Фармация, это Марик. Не знаю, может это ренейм какой-то, но тем не менее, раньше я такого парня точно не видел. Знаю Марика, это Егора Маркелова, который играл некоторое время за флипсайд, вроде как все закончил и так далее. Но это явно не он, это не Егор, это другой Марик. Ну и смотрим пока что за первым раундом между командами Атрибутс и Фармаце. Численного перевеса нет абсолютно ни у кого. Контроль карты целиком и полностью пока у Фармаце проходит довольно гладко. И вот с опаской выходит на мидл. Знаю, что все-таки Солшки регулярно пикает Зигу. И здесь Фемта уже очень сильно просил по ХП. И вариант с Вейком находит по фрагу сейчас на длине. Ну и вот, собственно, и Фемта погибает. 2 в 5. Виса и Лев вдвоем, но вот Левась сейчас уже начинает вариант. Защемил здесь его под длиной. И Лев, конечно, размен нашел, но там уже идет и со спины поджим, и из длины поджим. И это первый раунд для команды Атрибутс. Но опять же, убежище эти парни играют крайне уверенно. Сколько матчей было проведено именно с командой Атрибутс на этой карте. Для любого соперника, любого абсолютно уровня на этой карте начинаются проблемы. Но посмотрим, возможно, форматы все-таки перевернут исход этой карты. Да, конечно, по одному раунду судить очень тяжело. Но здесь же смещение имеется на мидл от Фемта. Здесь же Лев и Марик находятся. Смещение через коннектор будет от Китка и от Альва. Неплохой минус. Размен от Вори. Вори дабл килл. От плана еще хаешка под Фента. Правда, Виса, Варяна сейчас той же хаешки забирает, но Лев остался в очередной раз один против троих. Была информация об аркаде коннектора, но тем не менее эта инфа уже устарела, соперник стянулся, но и атрибуты просто будут стоять и ждать. Да, у него есть еще одна информация, что Солшки очень родовый, Виса по нему там действительно нашел очень много скрессов. Суашек, точнее, ну и Лев. В принципе, с его-то скиллом можно и потащить такой раунд. Опять же, если соперники не подставятся, но это Вестейшн подставился первым. Совсем минимум снял хелсбар у Льва. Ну и Солшки даже родовый будучи пошел давить, и атрибуция выходит у нас куда-то. Что-то там случилось. Вита третьего, вероятнее всего. Победила красная команда. Я так предполагаю. Будем надеяться, что ничего серьезного. Да, это только вид от третьего лица, и парни ворвутся обратно в бой. Да, в принципе, уже все в полной боевой готовности, и мы с вами будем продолжать наблюдать. ПБ живет, смотрю, правила опять поменялись, как ПБИ к ПБВЦ. Ну да, да, Слава, конечно, куда? Куда мы денемся? Движемся. Скоро для вас еще один сюрприз будет. Я думаю, Максим понял, о чем да, я. Да, да, да. Я чуть не начал говорить, типа, а, это про это. Ну, про это, Максим. Про это будет касаться игры непосредственно, дорогие друзья, не правил. Кое-что новое в игре. У нас будет вам такую удочку закину на небольшую перспективу. Я думаю, уже через недельку, максимум через две, вы будете лицезреть это сами. Приятная штука. Очень классная штука. Ладно, ну ладно, все, не буду вас больше терзать вот этими своими наводками и так далее. Ну поехали, у нас первый раз метр в этом раунде от Солшки произошел, но он в спинок сейчас может выйти, кстати, своим оппонентом. Лев довольно тщательно высматривает спину, и сейчас по таймингу он уходит, но он понимает, он слышит своего оппонента и все-таки его закрывает. Это 2 в 3, возможно, перетяжка, да, уже перетяжка под аплэн будет, и Эвастейшн с планом, ну тяжелый раунд им предстоит потащить. Но тем не менее, Эвастейшн тем временем пытается еще выйти за спину. У него была информация, что соперник где-то работал как раз-таки в районе боковой, но здесь же будет неприятный сюрприз. Ожидать Эвастейшена под хатой. Здесь Лев готов принимать. Ну и Эвастейшен выходит просто спиной. Да ладно, Лева, ну как так-то? В спину не забрал. Но и здесь же Эвастейшен находит фраг по вису. Еще может добраться до Льва, но нет. Эвастейшен погибает. План тем временем под шумок выходит на мид, но тем не менее Фента его не простил. И этот раунд отыгрывают для себя игроки команды Фармаце 2-1. Но и в последнем
следующем раунде задача у этих ребят сравняться в счете. Да, им надо сравниваться, учитывая тот момент, что они играют в атаке, они вообще должны выходить вперед и выиграть первую половину. Просто на смене сторон будет абсолютно иная ситуация. Команда Атрибуция, этому уже не будет отпускать своего соперника на сильной стороне. Ну и пока что у нас довольно медленный поинт-бланк в исполнении команды Формации. Есть пик под лонг в исполнении Фента, там и Марик попикал так на 5 хп. Ну и дальше уже не особо куда-то с огромным желанием выходит пикать этот парень. Но здесь у Вори очень классная позиция, в упоре ланга, он так или иначе здесь должен будет делать фраги. У Плана сомнительная, если честно, позиция была относительно длинная, потому что Фем там мог на самом деле на стрейфе почекать его и поставить ему пачку. А вот и вариант в своей красе, есть минус раз, есть минус два от Вейка, и это снова преимущество, два игрока у команды Формация уже в три. Но они здесь по одному открываются. Опять же, мидл позволили слишком агрессивно сыграть Соушки, и там была халпа. Лев мог спокойно размениваться, но тем не менее, Соушки находит фраг, и Лев вместе с Килланом на данный момент 2 в 3 попытается перевернуть исход раунда. Вори на РБ тем временем вышел на охоту через мид, закрывает Леву, и Киллан остался один. Только открылся под мидл, как план. Принимает его с ланга, ставит пачку, и это 3-1, дорогие друзья, и продолжается отрыв со стороны команды Атрибут. Сравняться пока что не удается форматом, но и, возможно, надо сыграть именно агрессивнее, и эта агрессия должна быть вместе, ни в коем случае не по одному. Ну и вот мы с вами наблюдаем выпад под боковую. Но здесь Эва Стейшн, опытнейший игрок команды Атрибут. Первый минус от него есть, второй есть. Ну и Эва Стейшн здесь опять же щепоточку соли на эту команду Формации высыпал. Сошки третьего находит на зиге. Ну и здесь уже Лев остается с Виса вдвоем. Виса занял плен, но толку ставить бомбы здесь абсолютно никого нет. Он один против пятерых игроков Атрибут. И чувствуется мне, что это 4-1 сейчас уже будет. А 4-1 там... это уже прям, ну, слишком больно. Да. В принципе, камбэк еще может быть на первой половине, даже со счета 4-1. Но 5-1, если будет, то форматом на карте убежища, мне кажется, здесь уже вообще нечего будет ловить. Так что там два раунда смогут додавить игроки команды Атрибут. Ну и просто имеется смещение. Виса пытался еще начекать своего соперника, но Эва Стейшн сыграл крайне жестко, крайне хорошо для своей команды на прием Б-сайта. Квадрокилл в исполнении Максима Важнева. И это, дорогие друзья, 4-1 первый. Пока что на первой половине. Хотел сказать то, что она закончилась, но пока что раунда Атрибутам не хватает для ее завершения. Так, ну что, первые минусы опять же полетели со стороны команды Атрибутс. Но вот, к сожалению, ничего не получается у нас у Вису, у Марик. Как-то вообще вся команда Формация выпадает у нас с радаров экранов, дорогие друзья. Марик находит для себя все-таки первый минус. Ну вот еще парочку, знаете, было бы неплохо. Здесь Лев еще находит фраг, правда, остается очень битым. А при выходе на Бэплэн там уже план их будет поджидать КТ спауна. А если уже до конца зайдут на Б, то и Вариан уже стянется, и Вейк. И мы прекрасно знаем, как умеет выбивать любой абсолютно плен команда Атрибут. Действительно, у них очень дисциплинированно построено все выбивание на любой карте. И против этих парней действительно с тактической стороны очень тяжело бороться. То есть, да, по стрельбе еще можно, а вот с тактической, действительно, вот командам, которые только собрались, да, перед сезоном, им проблематично это делать. Но, так или иначе, шансы есть всегда. Но Марик открывается на чек как раз-таки секрет-рума, где план находит по нему информацию, но, тем не менее, урона не наносит, а сам погибает. От Вори уже пошло смещение, Вейкич также находится у нас на аркаде коннектора, но вот нет информации по Льву, который работает как раз-таки через лонг. А вот Вейкича зачекали, есть спрей от Марика, но, тем не менее, погибает. Даниил Гришанкин справился довольно неплохо, и Лев остался один с 11% здоровья. Открывается на мидл, да, спрейл Вори, еще мог добраться до Вейка, но нет, Вейкич все-таки среагировал быстрее. И это пятый раунд в активе команды Атрибут. Первую половину мы с вами наблюдаем со счетом 5-1. Ну и, в принципе, полностью карта пока что проходит под диктовку команды Атрибут. Два раунда, и будет победа. Так. Ну, один раунд, конечно, в атаке это абсолютно не тот результат. Да что уж здесь и говорить. Да и 3-4 раунда это совсем не камильфо. Но с этими раундами, хотя можно бороться с одним против Атрибутов, выходить на сильную сторону для них, это равносильно поражение на первой карте. Но как-то быстро очень развиваются события у нас на карте. Не было ни одного, знаешь, такого действительно подготовленного раунда с прокидами от команды Формация. Вот прям с четко выявленной стратегией раунда. Не было ни одного. И... это тоже проблема, но проблема
Это проблема команды формации. Они сами ее и будут исправлять. Но в это время команда Атрибутс расползается по карте. Будет пик коннектора от Соу. Вейк на ланге вместе с Эвестейшеном. Ну а Киллан и Фем там будут играть под аплантом. И Киллан уже играет агрессивно на коннекторе против опенишего Соушки. Но Соушки пока что здесь и выйдет абсолютно всех АЕшки. Смещение у нас также имеется на чек мида. Но вот все-таки Вейкич добирается до Фемта. И под боковой начинается шумиха. Здесь Вори до последнего не собирается отпускать выход через секрет рум. Да, он закинул хаешку под Марика и спокойно смещается на позиции бомбсайта. Есть информация. Была информация, то, что он Марика нарейдил с этой хаешки неплохо. Просто выходит на добивание. Но и смещение было у нас все-таки от Виса. Но отметился только фрагом. Далее с ним поквитались. Ну и вот, пожалуйста, уже шестой раунд в активе Атрибутс. И раунд, и победа. Да, но... Один раунд это, конечно, ничто для команды Атрибутс. Абсолютно ничто, поэтому... Форматы, на самом деле, могут себя здесь постараться раскрепостить, поиграть в свой поинт-бланк, в хаотичный, наверное, в какой-то мере. Потому что, ну, наверное, к такой новой команде тяжело строить какие-то глобальные стратегии против опытного соперника. Поэтому здесь можно поиграть поджимы, где-то взять Леву Кемпу, пострелять, побегать, попикать. Виса где-то с Увашками проаркадить, Килл, ну, также. Ну, вот Килл на коннекторе находится, минус по Соушке. 3 в 5 уже преимущество у команды формат. Ну вот опять же, да, вот наступает тот момент, о котором я довольно часто в последнее время говорю. Когда ты понимаешь, что в принципе встречу уже не спасти, в тебе вот просыпается тот я, который должен играть всегда. Который играет на прак, который играет на дезматчах, не под стрим. Просыпается тот я, который чувствует себя уверенно. Тот человек, который не чувствует в себе напряжение и концентрация внимания. То есть он уже понимает, что встречу не спасти. Ну а почему бы мне просто и, так скажем, не побегать по карте, не поделать фраги и не волноваться. То есть в этом моменте нужно над собой работать абсолютно всем. Ну, практически всем игрокам по эмбланке. То есть и в КС такая проблема довольно распространена на ланах и так далее. Но в ПБ одна из таких ярчайших проблем вообще. Ой, ну Фем-то хорош. Фем-то хорош, безусловно. Это трипл килл, просто пошел штопать по головам. Красавец, красавец Фем-то. И все-таки раунд забирает форматы. Раунд забирает форматы. И сейчас надо вот именно сохраниться в этом положении, отыграть точно так же. Соглашусь полностью с мнением Германа. Вот именно, когда начинается подобное... стрессовая ситуация на карте, да, когда вы видите, что соперник действительно уже превосходит вас, надо отпустить все проблемы, надо играть свой поинт-бланк. Но отпустят ли свои проблемы игроки формат С, смогут ли они расслабиться и сыграть каждый в свой ПБ, неизвестно. Есть смещение под коннектор, и здесь же Соушки забирает Киллана, правда, от Фемта залетает неплохая хаешка по дворе, размен. Но Фемта успел оформить даблкил, смещение на мид имеется, здесь опять же Виса с ОА-93 попытается добыть фраг, но бомбсайт уже занят, как ни крути, в любом случае плейнт будет установлен, так что Виса с Мариком надо готовиться к его выбиванию. Но если они вдвоем пойдут через мид, они оба трупы. А, ну вот опять же, по плану есть фраг уже неплохо, и, кстати, по хп все очень классно у ребят из команды Формация. Соушки будет, конечно, с плента их довольно плотно прессинговать. Уже вот у Виса осталось 20 хп, у 60 у товарища Марика, но вот минус есть. И Эвестейшн, наиопытнейший игрок команды Атрибутс, будет сейчас стараться брать раунд для своей команды. Но там Виса уже сел на деф, на секундочку. И Эва может просто-напросто успеть, да ладно. Эва все грамотно сделал, честно. Если бы он попал просто в пули, этот раунд был бы выигран. Но он не попал. Там голова прям очень отменно таки торчала, и команда формации берет второй раунд. Если берут три подряд, то это допы. Ну, молодцы. Молодцы, безусловно. Поехали смотреть за продолжением, что будет. Здесь, опять же, прием мида. Соушки уже находится в аркаде. Но здесь, опять же, уже форматы просто видно то, что они отпустили. Они отпустили все, что с ними было по первой половине. Они уже спокойно сместились все по своим точкам. Играют в поджиме. Никто никого не боится. Спокойно выходят на перестрелки. Но и ситуация 3 в 3 на карте. На данный момент у Марика могут быть проблемы. Играет от машины. Была информация. Зачекали по ногам. Накинули дамага. Открылся полностью на перестрелку. Ну и Вейкич его наказал. И Киллан смещается тем временем на шорт. Station. Максим Важнев попытается закрыть Киллана. Есть информация, прекрасно было его слышно. Но и Киллан здесь с крисами не вывозит. Лев остался один. Да, рейджи на Эвестейшн, но план с Вейком по-прежнему в строю. Так что Льву в любом случае будет нелегко. Так, ну что, да, 3 в 1, Лев уже вряд ли здесь спасет ситуацию для своей команды. Ну, посмотрим, здесь уже план слышит, конечно же, информацию по шарту. И это... Я тут, ну ладно, он не слышал, Лев, минус 2, Лев!
5 хп оставил Вейку. Насколько же это был близкий момент. О боже, ну это победа. Опа. Нормально. Хорошо, хорошо, пацаны. Победила красная команда. Все супер. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, со всеми бывает. Я там смотрю, уже пошли догадки на тему нашей утки, которую забросил Герман, да, на будущее. Ну, гадайте, гадайте, ребят. Мне даже интересно, что вы сможете придумать. Ну что, продолжаем. Эта карта уже в любом случае будет в копилке команды Attributes, так что форматом здесь уже только отыграть именно вот эти раунды, которые в дальнейшем могут им помочь. Хотя не знаю, не знаю, что здесь может помочь форматам, поскольку по турнирной таблице у них все очень печально. У них 5 матчей, 5 поражений, форматы на 10 строчке, так что надо выкручиваться им срочно как-то из этого положения. Виса и Марик остаются вдвоем против пятерых, Аплейнт уже под контролем, фугас будет установлен. От Виса есть смещение на мидл, там еще и Марик законтрил плана, но в любом случае при поставленной бомбе сейчас опять же придется ломиться вдвоем через мид. Вори засветил свою позицию, Виса принимает решение выйти на его добивание, но вот сейчас команде Attributes как бы не проиграть в очередной раз подобную ситуацию. Уже как-то было дело, что парни играли вдвоем против троих и отыграли на ура, но здесь Вейк вместе с Ошки на перекрестный огонь мида, еще и Вейк еще выходит на добивание Виса. Есть минус, и третий раунд забирают Attributes. Да, но здесь уже никакое количество раундов не имеет абсолютного значения. Просто играет команда в свое удовольствие, доигрывают. Ну и для форматов, я думаю, тоже подсчет очков здесь не сильно важен. Как уже сказал Максим ранее, 5 матчей, 5 поражений. Действительно результат, который явно не ожидали, наверное, или, по крайней мере, не ждали команда Формация сами от себя. Но поджим удался в этом раунде довольно неплохой. 3 минуса вступительных имеется. Размен только от Вори сейчас и 3 в 4. Но они здесь прям конкретно идут воевать с лонгом из коннектора. У них получается это сделать. Виса 9 хп. По нему есть информация. Да, и минус от Вейка имеется. И вот ситуация 5 в 3 превращается 3 в 1. Ну вот он класс. Вот он класс команд. Ну что же, Фемта. Смещение. Смещение на коннектор. А здесь Вори. Здесь Вори принимает, уже есть дамаг, да, там 50% здоровья остается у Варяныча, но Варяныч уже просто идет на РБ воевать, парные крисы, и Фемта на рейжен, довольно неплохо, 9 хп, поставил пачку, конечно, безусловно, но с 9 хп против двоих бойцов команды Attributes он обречен еще с учетом того, что бомба была установлена. Смещается на лонг, здесь же зачекал его Вейкич, Вейкич тоже пытается здесь уже на питон взять своего соперника, но вот с такими играми можно было бы и отдать раунд, но тем не менее, да. Данил открывается на перестрелку, говорит, Макс, не сегодня, не в этот раз, есть минус, но и уже остается раунд до завершения этой карты. Да, 4-2 на второй половине, ну и смотрим за, возможно, последним раундом на этой карте. Уважаемые зрители, первый фраг от килла, опять же, на коннекторе имеется, падает Совушки, именинник сегодняшний наш. У него, в принципе, игра получается. Сегодня получается. Не так, как всегда, конечно. Возможно, там Артем где-то уже и под шафе такой бегает. Пацаны, у меня почему-то 8 ивашек вместо 2 в руках. Я, конечно, не специалист, но, возможно, это детское шампанское дает свои плоды. Ну, посмотрим. Лев также пошел пушить лонг в соло. Ну, как по мне, эта идея должна быть отодвинута на антресоле. И желательно подальше. Но Эвастейшн планный вариант. 3 игрока, опять же, которые способны перевернуть этот раунд в свою пользу. И сейчас план с Эвастейшн будет уже на длине закрывать льва. Фемта должен смещаться под А, собственно, что и происходит. А Виса идет в спину. И здесь он должен находить Варяна и находит его, причем успешно, без единого потери хелсбара. Но сразу же дропается под мидл, так что сейчас выход коннектора контрить никто не может здесь в упоре, если только смещаться в район Аплейнта. Ну а там посмотрим, как отыграет Эвастейшн и план. От плана смещения как раз-таки под тот же коннектор. Фемта зачекал его, есть информация теперь у Михаила. Но и принимает решение все-таки о смещении. Там Эвастейшн уже полностью уходит с ланга, дроп на мидл имеется. Под Б-плейнтом оставляет Марика в секрет руме. Выживет ли этот парень, тоже неизвестно, но здесь смещение было на мидл и ждет, ждет. Фемта прекрасно своего оппонента, прекрасно знали, куда пойдет план. Но и Эвастейшн 1 в 3. Посмотрим, сможет ли Макс вытащить этот клатч.
Да, ну что, его Station. Опыта, конечно, за плечами у этого парня. Вагона маленькая тележка, да еще и авоська. Но поможет ли? Поможет ли это Максиму? В целом, на карту это уже никак не повлияет, соответственно, да, только на разницу раундов, ни больше, ни меньше. И кому-то, наверное, к ставочкам это плюс карма, да, так скажем, и кому-то плюс результат. Кто-то, вероятнее всего, и ставил 10-4 на команду атрибутс. Ну, мы это, опять же, посмотрим после уже окончания этой карты. Счет 4-3 на второй половине. Но и атрибуции никак пока что не могут закончиться со своим соперником. Фаталити еще заряжается. Маны нету пока. Маны нету. А здесь, кстати, выход под бэплен, где играет Марик и Виса. Марик падает, Виса падает. Ну и, соответственно, концовка матча близится к симулогическому завершению, дорогие друзья. Лев вдвоем вместе с Киллоном остаются. 40 секунд времени их отделяет, возможно, от успеха, возможно, от провала. Лев пробежал через мост, план его не смог закрыть здесь. Ну и плана тоже прощает Киллон на какую-то долю секунды. Но все-таки по нему есть минусы. Теперь есть вся информация, где находится и Лев, и Киллон. И там уже товарищ Саушки может тоже идти закрывать своего оппонента. Но он решает играть просто с шарта. Ну, времени все меньше и меньше остается у Льва. Он остается в итоге вообще последним игроком на карте у своей команды. И это 5-3 вторая половина. Итоговый счет встречи 10-4.